камера, поехали. Итак, приступаем к кормлению Марго. Для этого необходимо... Да не к кормлению Марго, а Марго приступает к деланию сока. И пирога. И пирога. Делать рекламу, но из всех соковыжималок, о, мне эта соковыжималка нравится больше всего, хотя до этого Ярослав привозил какую-то тоже там, какую-то привозил соковыжималку, я не помню. Я скрин брал, но она была уже старая. Вот я хочу сказать, это... что это уже тоже два года соковыжималка, и она работает, причем я практически, ну, если не каждый день, но очень часто делаю соки. И она работает как трактор. И стоит всего 3000 рублей. И она еще может резать для салата. У нее есть другие функции. Так, морковка готова. Ну, стоп снято, наверное. Давай, ну, что? Давай. Дай мне пакет. А, мне нужен не пакет, нужен. Нужна миска для морковки. Марго запрещает снимать снизу, поэтому я вынужден снимать Марго только сверху. Иначе будет запрет на выкладку материала. Параноидальные требования актрисы. Она хочет, чтобы все видели ее корону. Это не корона, это ободок. Которую я купила, знаете где? В Непале, в Покхае. Войлочный ободок. Ему до короны еще далеко. Надо выбрать вот эти все штучки, чтобы потом делать сок. Ой, пирог. Сзади тебя кастрюля, Ярослав. Давай перельем сок. А это соевое молоко. А вот это соевое молоко. Покажи, пожалуйста. Которое я тоже сделала сама, видите? Мы инопланетяне делаем сами соевое молоко. Давай, вот яблоко и свеколочку, чтобы все видели, что происходит. Останови на паузу, и потом пусть будет сок. Что сделать? На паузу. А потом мы будем пить сок. Да. Стоп. Ну, пауза. Паузы здесь нет. Это отдельный ролик. Как паузы нет? Ну, вот так. В телефоне пауза есть, она еще выполняется. Мы ускоримся. Нет, как только обороты падают, мы ускоряемся, чтобы... Микрофон майку с меня снимает. Вешивает.
падают обороты. Перелив сейчас будет. Ну, благо. Все. Ура! Ай-яй-яй-яй-яй, сок поливается. Через край. Что-то сделал? Супер. Так, стоп снято. Подожди, а сок-то пить? Сейчас мы будем пить сок все. Кухня. Передача на кухню Марго. Нет, у нас третьего. Так, та-ча-ча-ча. Вот как тут снизу не снимать, понимаешь, да? Потом будет кричать, зачем ты не снимаешь? А ты посмотри целую композицию. Не бухти. Вадюша, тебе. Держи. Тебе, любимый, и мне. Чин-чин, давайте все вместе чокнемся. С Новым годом! Мы задаем новые традиции. Мы делаем новые традиции. С Новым годом надо чокаться соком. У нас на нашей планете чокаются соком. А у вас каким-то булькающим напитком, я видела. Вкусно? Супер. Стоп, снято.